У берегов Норвегии развернулась операция по спасению кита. Он запутался в рыбацких сетях. Огромное животное умудрилось так плотно обмотаться снастью, что практически не могло двигаться и было бы обречено на гибель, если бы не помощь людей. Чтобы случайно не травмировать гиганта, сотрудники береговой охраны старались действовать как можно аккуратнее. Так что весь процесс избавления морского обитателя от оков занял без малого 5 часов. Сейчас кит вновь на свободе, и ему уже ничего не угрожает.